Спасибо. А что было, ну, страшнее всего? Страшнее всего было у Зубкова. Олег Зубков, создатель зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган», на 20 гектарах которого свободно живут около 50 львов. Олег въезжает на территорию сафари на электромобиле и с тапочком в руках. Он свободно подходит к любому из хищников. И Леша мне говорит, где, Леша, это мой оператор, где мы будем писать синхрон? И мы смеемся про себя, ну, наверное, в сафари, там, на фоне львов. И мы спрашиваем, он говорит, да, там будем. Тогда у нас все обошлось. Но спустя год в парке «Тайган» примерно в такой же ситуации произошел несчастный случай. 46-летняя женщина заказала экскурсию «Прогулка со львами». И во время экскурсии лев прокусил туристке руку. Ей потребовалась госпитализация. Теперь ты понимаешь, что это могла быть ты? Да. Это мог быть я. Да. Я для них никто. Ну, я, наверное, больше не пойду. Я не знаю, что сказать. Не пошла бы второй раз? Ну, я же к Борисовым еще ходила. Да. Тоже. Ну, это вот как-то на слабо. Это сиюминутно. Они говорят, ну, мы же это делаем ежедневно 25 лет. Чего ты боишься? Легенды цирка.